Я знаю вот вещь, я подписывал. С праздником, блядь, молодые. Молодожены, так сказать, с праздником. Господ, мы не соснули. На лоб. ХП меня убили в спину. Спасибо тебе. Бля. Так вот так вот я открываю. Блять, на стол там, хоть не на клавиатуру. Можно Оскара этим молодым дамам? Тед, отойди от них, я съебал с тамах тогда. У моей бабки такая же. Ну я ее разъебал, ну не бабку, а за кружку. Я про кружку, я просто типа, я вот... Тед, ты можешь отойти Олегу? А что за каменная личика? А какое именно? У меня вот с таким лицом типа надо сидеть, типа. Я сворачиваю, бро. Член в шоке. Почему вы спамите Моргенштерном? Кажись, я получил по заслугам. Что он сказал? Хоть звук странный, блядь. Ебать тайминг! Что, блядь? Блять, нихуя тайминг, я вас хотел спугать. Ха-ха-ха, блядь, что нахуй? Так нахуя он спамит, не понять. Что, Моргенштерн, что? Сдох он, что случилось? Мишка заценил мою музыку. Пойдем флексить. Ебой. Флексим вместе, ладно, давай. Хорошего дня. Слева меня? Где? Да. Начинает раздражать засилие масок на свече. У тебя близко, док? Два. Меня не напрягает. Как это произошло? На Твиче. Мне валентинки надо дарить, кол! А Ляша, блядь? Какая вон старая нахуй же? Какая Ляша, блядь? Я! Я! Это, блядь, как её? Карина, Кармен. Да старая она уже, все потасканные, ебать! А я, Но я! Ты, блядь, старее их в три раза. Дурак, блядь, что ли, блядь? Да запомни, нет лучше влагалища, чем очко товарища. Понял, блядь? Нет. Погай ты, все меня бесит. Что ты нахуй за дневной стрим с компьютером сделал? Уебало. Прогул! Тихо, спокойно, все. Это еще не все. Ну окей, допустим, в магазин, потом обратно. Ты просто еще, типа, очень иногда больно в супермаркет было. Хожу, но очень редко. В супермаркет вот здесь у меня. Нас рисует Зигу, блядь. Ну и иногда в кафешку. Кафешка вот тут вот. В этом доме кафешка. Это мой первый девственный донат. Такая тема. Я покупаю картошку с пюрешкой, пирог с яйцом и котлеты за 112 рублей, но при этом мне колледж платит 2 рубля в день за то, что я не ем. Я не понимаю их логики. Если кусок хлеба стоит 5 рублей, мадером печенек. Да. Ура! Нет, то за шо? На. Нормально все у него. Так он до сих пор ее ебет. Он до сих пор у меня. Завтра должен забрать. Блять, что? Что, блять? Что, сука? Что, блять? Блять! Так вроде на этой неделе уже ивент будет первый в игре. Ну, это в честь этого. 14 февраля. Я там одинок. Да. День одиноких и убогих. Жду не дождусь. Да, кстати. Возбуждаюсь, когда смотрю. Да я понял, присоединяюсь принял. К ним. Чел. Зона, по идее, в той стороне. Бля, долбоёб ебаный!
О, спасибо. Боже мой, опять фартнула. Не, знаете... Блядь, да в пизду. Зачем вы заводите котов и отрезаете им яйца? Да, кстати. А? Зачем, сука, вы заводите котов, когда вы можете взять кошку? И их отрезать им ничего не надо. Угу. Тоже не понимаю. Я не знаю, может, гений, просто гений реально заводят котов, чтобы отрезать им все хозяйство, перевязать там, я не знаю, что там делают, короче, кастрация просто проходит на ура, и они такие, да, мой котик живет офигенно, только он без хозяйства, а, круто, блядь. Кого-то, наверное, Америку, да, открыл? Ну нихуя себе Кожа строго! Кожу даже стерилизуют. Но я ну, говорю, я не буду стерилизовать. Ну нихуя себе строго подогнал мне, ебать, глайдер. Это что мне? Ой, блядь. Челы, представьте, если вас кастрируют, а я такая, ой, да ты будешь больше, ой, да ты там метить ничего не будешь, ну блин, шо, камон. Ой, ебать, я так сказал, пиздец, я... блядь, я себе сейчас представил Зиной, блядь. Only one B. Все равно это неправильно. No, more. Кошки разве не с первого раза летают? Нет. Им нужно от 3 до... Ой, бля! От 3 до 7 раз. Бля! Ну, бля, сервер лагит. Такое сравнение, ну как стример. Стример такой просто. Да, солнышко, моя кошка уже орёт, наверное, года полтора так. Ну, может, меньше, ладно, не полтора, может быть, год так орёт. Я её не стерилизовала и не собираюсь стерилизовать, просто я не могла найти нормального кота, чтобы связать, то есть, чтобы вязка была. Я нашла кота, мне привезли кота, я заплатила бабки, они пошпилювилились, почутирикались, пошахшарахались, и всё нормально. Теперь она наконец-то залетит и родит котят. Но стерилизовать я никогда в жизни не буду. Я застрял. Привет, Кунихао. Котят раздам. Другая статья. Незаконное хранение, хранение. Сэр, а вы куда пошли, сэр? Ну не топить же я буду котят, ребят. Конечно, сэр, вы куда? Ебать, вас несло. А. Раздам котят. А, ну ладно, хорошо, да. Поехали, вот сейчас такая, а может... Разыграй. Да-да-да, все хорошо. Угу, припрятали, значит, отверточку. Ага, стамеска. Это знаешь, что... Да, стамеска, да. Блин, у меня волосы красивые. Ты слова знаешь, Дина. Ну так, а что? Не первый день живу, знаете ли. Руками-то, ого-го, что делала. Ну, там дотеры сидели и играли. Там Рома, Алина, Ультракилл. Сидели, сосредоточенные хатка была в доту. Ну, я чтоб не мешать. Зашел. Ну, поздоровался. Шеф, я иду. Там еще много народу. Лут! Иди давай, блядь, давай играть. Вышел! Вроде нормально. Блядь, я наелся, я братан. Взял, ты вышел. Hold your fire! Here we go! Это, по-моему, лучше. 3, 2, 1, go! Пойди, ты игнорит мои сообщения, заебало. Чоп. Jump it all around! Jump! Everybody jump with me! Чоп. Jump! Jump it all around! Woo!